Самыми востребованными кубанскими товарами за рубежом стали злаки, кондитерские изделия, вино и подсолнечное масло. А в Китае, например, спросом пользуется молочная продукция из южного региона России. В Германию и США поставляют кубанскую сгущенку. При этом рост несырьевого экспорта проходит на фоне западных санкций в отношении России, прокомментировал ситуацию губернатор Вениамин Кондратьев. Иностранный бизнес по-прежнему рассматривает Кубань как надежного партнера, и этот интерес не просто стабильный, он с каждым годом растет. Что касается сырьевого экспорта, его основная доля приходится на нефтепродукты. В целом почти 60% экспорта продукции из региона приходится на промышленный сектор. Главными торговыми партнерами для нас являются Италия и Турция. Импортирует край в основном продовольственные товары, машиностроительную и химическую продукцию. Крупнейшие партнеры в импорте – Китай, Турция, Индонезия, Эквадор и Германия. По словам губернатора, представители малого и среднего бизнеса региона тоже активно включаются во внешнеторговую деятельность. Для них работает Центр координации и поддержки экспорта. С его помощью проводятся выставки кубанской продукции за рубежом. А для предпринимателей организовывают семинары, где пошагово рассказывают, как выходить на иностранные рынки.